Семечки «Три семерки» дарят подарки. Компания «Богатырский продукт» подвела промежуточные итоги акции. Ценных призов для своих покупателей приготовили немало. Это телевизоры, мультиварки, пылесосы, фены, утюги, чайники и пледы. Кому повезло в этот раз? Ответ в сюжете Ксении Куценко. Заветный купон с подарком может быть спрятан в любой упаковке семечек «Три семерки». Проверим, улыбнется ли мне фортуна. Смотрите, мой подарок – еще одна пачка. Более удачливые могут найти вкладыш с мультиваркой, феном или большим плазменным телевизором. Компания «Богатырский продукт» вновь собрала у себя в гостях самых удачливых покупателей. Каждый пришел с выигрышным купоном и ждет приз. Их приготовлено немало. Помимо основных призов, таких как мы вкладывали уже очень давно, будь то пачка семечек, торт или кружка фирменная, сейчас мы стали вкладывать призы с крупной бытовой техникой. Это телевизоры, пылесосы, мультиварки, фены, утюги. Также вкладываем пледы и чайники. Более 500 купонов с дорогостоящими призами были вложены в упаковки с семечками. Петропавловские покупатели нашли только треть. Динара Жумабаева купила счастливую пачку. Внутри был вкладыш на получение главного приза – плазменного телевизора. Ну, я когда увидела, я так рада была. Я первый раз выиграла такой большой подарок. Мы уже давно покупаем эти три семерки. Ну, я рада, конечно. Жаик Аубакиров – еще один счастливый покупатель. Его приз – пылесос. Пару недель назад покупка семечек принесла семье неожиданную радость. Выиграть, конечно, приятно. Ну, мы вообще пользуемся этой продукцией постоянно. Мы пельмени берем, и это... Ну, семечки у меня внук любит. Пачки все это, семечек всегда попадают. А на большой не рассчитывали, но знали, что призы есть. И удача им улыбнулась. Пылесос, говорит Джаик, будет незаменимым помощником в доме. Подарки вручены, но у руководства компании для победителей приготовлен еще один сюрприз. Он сладкий. Сейчас идет моментальный розыгрыш фирменных тортов «Тамерлан». Их получают три счастливчика. Всем, кто не смог приехать на торжественную церемонию вручения, а это жители отдаленных районов области, подарки доставят домой. Кстати, для своих клиентов у компании «Богатырский продукт» приятная новость. Теперь акция будет проводиться постоянно, а значит, покупая семечки «Три семерки», каждый может выиграть ценный приз. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК.